скажи, дальше нас двое только огни. Аэродрома мы убежим, нас не догонят дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят, им не достать. Вечерочка, меня зовут Димон, я продолжаю играть в игрушку Genshin Impact. The Dark Knight Games, Димон. Помимо Team Rick, переводом Dead Space Remake также занимаются еще две команды. The Miracle, только субтитры, и Mechanics VoiceOver, субтитры и профессиональная озвучка. Всем приятного просмотра! Димон, но эти переводы распространяются на платной основе и выйдут значительно позже. Никбот, вы самые лучшие подписчики, спасибо. Скачать русификатор можно здесь. Перелизный. Привет. Так. Никбот, привет, друг. Зелла, последний. Так, бесплатно. Так, мяу, ничего не переводит, они только бабки скидывают. Так, счастью, нам повезло, и перевод занимается еще другая команда, а то Микрал бы месяцами тянуло, чтобы задонатили побольше. Так реально перевел достойный шедевр. Ну, те, кто реально перевел достойный щедрых донатов, языком не чесали, а делали донаты достойные ты, а не микро. Пошли в попу эти микро. Здорово, Петь, здорово. В общем, появился русификатор к Dead Space, как я понимаю. Так. Как я понимаю, появился русификатор к Dead Space ремейку. Вроде можно скачивать. Здорово. Как жизнь твоя, как же туха? Че у тебя нормально все? Лучше стало? У меня вот башка пизды дает. Зелла Леопард Геймс. Короче, я не стримил. Почему, Федя? Ладно, погнали дальше. Погнали, все.
Петя, а почему? Так, эту штуку закрыть надо, к чертям собачьим. Так, я все закрыл, закрыл. Так, кое-что еще надо сделать, и все готово, а. Колянгскс, привет. Ха-ха, здорово. Привет, друг Колянгскс. Кыс-кыс, Колян, здорово. Мне сказал друг, чтобы я сильно не спешил по сюжету, а выполнял сюжетные, а потом и второстепенные задания в данной игре. Так, ладно. Погодка за окном у меня, конечно, капецная. Еще и сквозняк продувает сквозь окно, и так что холодновато, а? Ты, наверное, же Колян полюбился уже в Hogwarts Legacy, либо играл, либо смотрел, либо о ней слышал. Ченел Сергей. Салют, Димка. Ни хрена себе, Ченел, ты зашел. Я в шоке. Ну, я написал, что неделя в сообществе, и так получится, что я соврал. Понял, Федя. Ченел Сергей. Всем в чате привет. Ченел. В общем, Серега. Колянгскс. Там новые баннеры вышли. Серега, вышла первая версия русификатора Dead Space ремейку. Сегодня попробую скачать. Главное, сначала на вирусы проверю. Вроде официально вышла первая версия, ее можно скачивать и все такое. Я сегодня ее попробую. Если будет класс, если будет доступно, то охуенно, я уже смогу хотя бы с субтитрами русскими пройти. А потом в будущем и с русской озвучкой Dead Space. Да, загрузка, конечно, у этой игры долговатая. Нужно было сразу запустить. Ченел Сергей, почему стрим с ботом? В каком плане, почему стрим с ботом? ZLO Leopard Games. И нас вызвали в ГАИ в субботу, едим какие-то проблемы с Мошиной. Серега, в каком плане, почему бот... Ой, почему стрим с ботом? Он должен был быть без него? Видишь, как я нажал себе персонажа, а? Асуна. Хотя я почти досмотрел первую серию Мастера Меча Онлайн. Не знаю, где тут гейская, не знаю, тут девушка играешь. Вообще-то девушки, геи вообще-то любят мужиков. Ну, в общем, ладно, не буду об этом. Не знаю, бред какой-то, в общем. Так. Так. Одиночный режим. Быстрый отряд. Начать. Одиночный режим, зараза. Ну а с кем мне еще? У меня никого нету в этой игре, а? ZLO Leopard Games. Главное, чтобы она не была в угоне. Понял, Федя, понял. Надеюсь, Сергей, так и будет. Ну, прошлый стрим был без бота, этот с ботом. Почему так? Мне интересно. А по этой игре был с ботом. Не просто нас вызвали. Можно открыть дверь с помощью... Так, Серега, стрим по Dead Space был без бота, потому что я играю не на своем стиме. И также в Hogwarts Legacy у меня бота не будет. А в других играх бот есть, потому что я играю на своем стиме. И эта игра находится не в стиме. Поэтому я включу свой Steam для бота и играю через, ну, как бы другую программу в эту игру. А Dead Space Remake и Hogwarts Legacy я буду играть без Steam, без бота, потому что на тех аккаунтах, на которых я буду играть, и его нету. Ну, это не мои Steam. Как бы я купил фон активации лицензии, а. Как-то так. Ого, видно самую глубину храма. Эмбер может целиться при стрельбе, удерживая кнопку атаки, чтобы зарядить и выпустить первую стрелу. А ты не знаешь, когда будем играть в Зомби Армию 4? Федя, не скоро. Ченел Сергей, ты в курсе, что ты в этой игре можешь менять озвучку, но субтитры будут русскими? Да, в курсе. ZLO Leopard Games. Я установил. Федя, я тебе, кажется, сказал, что это будет не скоро, а? Так. Как ее надо выпускать? Я вообще удивлен, Серега, что ты зашел. В общем, если это правда, да? Так,
если это правда по поводу Dead Space, то я сегодня смогу скачать себе русские субтитры. Если они полностью нормально рабочие, я смогу играть уже за русскими субтитрами в Dead Space. Это просто охеренно, а. Так, походу нужно так. Channel Сергей, тогда почему бы тебе не сделать японскую озвучку, а субтитры оставить? А, вот оно как, классно, да? Ой-ой-ой-ой. Так. Та-дам! Так, подожди, ты говоришь, субтитры оставить, озвучку? А где это делается? Серега, куда нужно заходить, чтобы это сделать? Так. Видишь, у меня главная героиня, а в общем одна из главных героинь зовут Асуна, она вообще самая главная. Зараза такая. Она не зараза, я имею в виду заразу, то, что я пройти не могу. А, вот оно как, примерно. Педя, это личная инфа, обсуждаем в личке. Я же тебе сколько раз говорю, что личная, надо обсуждать. Лички. Так-то используйте чувство стихии, чтобы увидеть стихийные характеристики разных объектов. Каждый элемент выделяется своим цветом. Сергей, я не знаю. Я же не играю в эту игру. Попробуй в настройках это дело поменять. Деревянные щиты противников относятся к элементу дендро. Их можно поджечь с помощью пиро. А так это лишит их защиты. Удерживайте, чтобы активировать чувство стихии. Зелла Леопард Геймс. Дима, в ДС тебя нет как два дня. Колянкскс, пройди данж, в нем нельзя менять. Вот, видишь, нельзя менять. В данже нельзя менять. Спасибо, Колян, спасибо. Новый противник. Так, закрывается от атак деревянным щитом, а что если его поджечь? Хрен тебе, говно кусок, а. Ой, блин, что я делаю? Я не те кнопки нажимаю. Нет, это рок! И пошло рождение. Как я их, а? Channel Сергей, ну как выйдешь из данжа, то попробуй поменять. Если Серега не уйдешь, напомни мне, то я могу забыть об этом, а? Никбот, привет, друг. Я думаю, как часто мне делать по этой игре стримчанские, а? Учитывая, что мне другие нужно игры пройти. Пожелайте удачи в том, что русификатор правда рабочий в Dead Space. В следующий раз я уже смогу играть с русскими субтитрами нормально. Потому что я зашел на сайт, и там написано было, что первый русификатор в Dead Space ремейке доступен. К Dead Space ремейку. Ебать, что я сделал. Channel Сергей, я здесь на час, так что не беспокойся. О, понял, Серега, спасибо. Я вообще поражен тому, что ты пришел, а. Реально, у меня на два стрима подряд, и Серега пришел. Это что-то новенькое, это нужно распраздновать, да? И зачем я вообще думал этот стрим перенести, а? Из-за того, что у меня голова болела. Так. Вот сейчас я вам... Так, бочки. Спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Ха-ха-ха, ребятки, сегодня не ваш день. Ах ты сучка. А вот так вот, козлина, гори-гори, ясно, чтобы жопе не погасло. Асуна, идем. Асуна, вперед. Ты сука. Асуна, могет, Асуна у нас могет.
Асуна у нас все может. Вау, вот это классно, только правда промахнулся малефа. Так. Да ты же видишь, Серега. Блин, двое. Асуна, самая главная героиня, и Эмбер, персонаж, с которой я недавно познакомился. Так, того нужно бить сначала, походу без щитов, которые без щита. Уф. Да здравствует открытие, да? Так, сырое место. В общем, у меня в команде есть Асуна, это самый главный персонаж, который ищет брата, и Эмбер. Ты в курсе, что мог играть за брата с самого начала? Да, да, да. А там твой, там выбор, либо ты играешь сестрой, либо братом. Я решил с сестрой. Также я мог так, получается, тогда на роли, получается, в роли брата мы тогда бы искали бы свою сестру. Если бы я бы играл бы им. Я решил по-другому сделать, а. В играх аниме мне больше нравятся женские персонажи, нежели мужские, а. So а такая высокая, кажется, наверху что-то есть. Но как-то перебраться туда? Это же монумент Пиро! Давай жахнем по нему мощной пиро-атакой, может, у нас получится. Может быть. Вот оно как, а. Пробел, чтобы дважды замыть воздух. Вот так, элегантно мы приземлились. Элегантно. Так, что у нас еще доступно? По поводу повышения уровня. Так, повышение меча. Мне нельзя меч, в общем, максимум... Меч с двумя звездами максимум можно прокачивать до двух звезд. До двух значений. Прочка так. Вот, оружие. Как мне сказал Коля, я максимум могу прокачать его, ну, до второго уровня. Звезды, дальше типа лучше этого не делать. Только поэтому мне не сказал, почему этого не делать, а типа я дальше не могу его апать. Вот, допустим, ну вот как-то так. Channel Сергей, ты в курсе, когда у тебя будет больше персонажей, то ты сможешь менять состав команды? Я же смотрел этот, я же гайд смотрел по данной игре. Так, артефакты надеть. Заебок. Вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. А персонажи? Ишь, глав бога, нет, созвездие, звездный путник, день рождения неизвестно, путешественница из другого мира, Асуна. Так, 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 оружие, что можно у нее? Артефакты. Так, надеть. Что ты в этом гайде высмотрел? А! Какие будут персонажи, почем, в принципе, сюжет, где находятся разные сундуки, которые я нашел в начале. Ну и все в этом духе, а. Там еще был один момент, я, правда, пропустил это. Там можно было тоже какое-то хорошее оружие взять, а. Нужно было миссию выполнить, связанную с полетом, а. В начале, самом начале, а. Если я вернусь, нужно будет это сделать, а. Никбот, не оскорбляйте друг друга. Так, оружие. Улучшить. У нас лук дерьмовый вообще. Как-то можно его апнуть? Ну. Вот это я понимаю. 7 уровня сразу лучок. А то был какое-то говно, блин, а. Ну, как-то реально несерьезно. ХП столько мало снимали. Хоть бы так будет, а. Так. Девушка боевая у нас. Так. Вот так вот. 11 уровень. Заебок. Заебок. Теперь можем обратно вернуться к Асуне. Оружие. Улучшить. Разумеется. А что это? Из стали.
Так, описание говорят, что этот меч может изгонять демонов, но всем известно, что он сделан не из настоящего серебра. Нет, Серега, нет. Нет, это нет. Вот, не говорим о политике. Эту игрушку я взял не в Epic Games, а. Нет, это мне почему-то дали ссылку на официальный сайт, но это она была не в Epic, а. Она даже, эта игра даже в Steam есть, а. Не знаю, если свои данные введу, у меня Steam, получится в Steam она будет. У меня чисто отдельный клиент, а, с этой игрой. Я она не в Epic у меня. 11 уровень, крутяка. А, я могу же, по-моему, персонажа себе прокачать, да? Уровень повысить, точно. Кайф, теперь нужно прокачать себе будет ее. У нас уровень слабоватая. Вот так вот. Заебок. Уровень повысили, класс. 11 уровень, заебок, в общем говоря. 8 уровень. Дыхание дракона, наверное, это место скопления сил. Отлично, давайте сломаем это. Ух, я устала. Но мы должны помочь Джин. Раньше мы могли поручиться за безопасность Монштанта. Как ты мог бесплатно ее взять и играть спокойно? Насчет Стима не уверен, но в Epic Games она точно есть. Его жителей. Так она у меня и бесплатная, а я не платил за нее. Благодаря Джин, конечно. Но сейчас, когда ужас бури напрямую атакует город, ветра изменили направление, а мы должны поменять тактику. Неплохо сказано. Лиза любит так говорить. Кстати, о хранителях четырех ветров. Если хочешь узнать побольше о нашей истории, лучше поговорить с Лизой. Не то чтобы я не знала нашу историю, просто, в смысле, библиотекарь наверняка должен знать больше, чем простой скаут. Петя, ты сможешь неделю не стримить и просто отдыхать? Так. Испытание завершено. Выход через... О, как. А что это такое? Что-то прикольно, она еще по стенкам лазит, а? Так. Драконий сундук. Заебок. Channel Сергей, я знаю, она на любую платформу идет бесплатно. Даже на PlayStation. Это классно, классно. Вот как раз таки эту игру и назвали... Диагеев игра. Так, сюда я попасть не могу, да? Так, как там вообще взлететь-то? А, я типа так не взлечу, получается, да? Ладно, ладно, окей, идем отсюда. Покинуть подземелье. Данж. Это и является данж. Заебок. Так, мы выполнили задание. А где второстепенное задание? Более куда-то делся. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. Так, теперь мы можем, получается, нажимать сюда. Эффект гидро. Гидро, ага. Близость к воде, гидро. Сергей, да ты говорил на прошлом стриме. Накладывает на существо эффект гидро. А что я говорил? Channel Сергей, попробуй озвучку поменять. Озвучку поменять. Тебе так прям нужна эта японская озвучка? Так, настройки. Язык озвучки. Японский, 10 гигабайт. Серега, давай я потом это сделаю, а? Тут 10 гигабайт нужно, а? Но на стриме это не вариант, а? Я потом это сделаю, окей? Channel Сергей, да. Серега, давай я потом на следующем стримчанском, до следующего стрима по этой игре я сделаю это, а? Когда бы вы хотели бы, чтобы я по этой игре сделал следующий стрим? Вот, видишь, 10 гигабайт весит, я потом это сделаю. Китайская 8. Так, объявление. Так, это что? А, объявление. Ё-моё. Так. Подробности обновлений.
Так, 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 пройдите опрос, получите награду. Дорогие путешественники, камни истока. Ух ты, ссылка на опрос. И куда меня выходит этот опрос? Так. Начать. Так, дорогие путешественники, это займет 2 минуты. Channel Сергей, в следующую среду сделай стрим по этой игре. Не бот. В каком году вы родились? Выберите один ответ. В каком году я родился, серьезно, так надо прям. Так, пол, выберите один ответ. На каком из перечисленных платформ, на какой из перечисленных платформ вы играете, да? Какие видеоигры для ПК или консоли вы предпочитаете? Шутер, королевск, нет, я предпочитаю именно шутера. Тут такого нету, а стратегии... Песочницы пошаговые, например, ММО, например, нет, но я шутеры хочу. Ну ладно, давай это. Угу. Какие этих игр вы играли? Бля, тут все по-английски, хрен поймешь. Да я не знаю, я ни в одну из них, потому что все по-английски написано. Какие из этих аниме вы смотрели? Блин, Серега, тут все по-английски, хер поймешь, а? Может, я и видел эти аниме, но пускай будет демон. Наруто, все, я Наруто нашел, ебак. Так, в какие из этих игр вы играли? Да что за фигня? Вопрос такой, конечно, киберпанк. Так, в какие из этих игр вы играли больше 30 часов? Киберпанк. Откуда вы обычно знаете новости о новых играх? Channel Сергей. Первую отмечаю, это семья шпиона. Семья шпиона! Спасибо, Серега. Но я... Спасибо. А, YouTube. На какие аспекты вы обращаете внимание при выборе новой игры? Сюжет, история мира. Это мое, да. А, что? Так. Что во время игры приносит вам наибольшее удовольствие? Channel Сергей, тебе срочно нужны хотя бы минимальные знания английского языка. Это да, Серега. Удовольствие от управления боев, повышение уровня, решение сражения с другими игроками, совместные действия с другими игроками. Тоже неплохо на самом деле. О, свобода разрушения, размышления, выбор тактики. Возможно создавать новый контент, выполнять задания и получать достижения. О, знаком со сюжетом и историей мира игры. Даже можно несколько нажимать. Блин, нужно было больше на аниме нажать. 2 минуты, да вы больше, какой 2? Какие из этих игр вы играли за последние полгода? Шутер Королевской битвы я играл. GTA я не играл. Игры в стиле аниме, например, я не играл в стиле аниме, к сожалению. Я играл вот именно в это. World of Tanks еще я играл. Вот я играл. World of War Thunder не играл я. Так, Ну да. Вот это я играл, Devil May Cry 5, да. Молодец я. Молодец. Откуда вы впервые узнали о Genshin Impact? Впервые я узнал на Ютубе. А где этот Ютуб? Ага. Ну, на Ютубе на самом деле я узнал. Так, да сколько тут вопросов-то ебучих, а? Какие из следующих фактов побудили вас попробовать сыграть? Сюжет и история мира, аспекты связаны с игровыми процессами. Не слишком большие временные затраты. Популярность. Аниме-стиль. Сюжетная история. Совместный режим. Большой открытый мир. Музыка и озвучивание. Качество графики пускай будет. Популярность. Да нет, как бы нет. Музыка и озвучивание. Музыка прикольная, да. Совместный режим. Ну, пускай будет это. Ой, блять, больше нельзя. Все. Какие, каковы ваши основные долгосрочные цели в данный момент? Вы можете выбрать 3 варианта.
пройти сюжетное задание, персонажи задания легенд и встречи, получить больше достижений, повысить характеристики персонажей, пройти основной сюжет задания, так получить больше персонажей и оружия, открыть карту больше областей. Так вот, в общем. Да ебать, да сколько можно? Приносит так, так, что в Genshin Impact приносит вам больше всего удовольствия? Сражение, прохождение сумежд, прохождение основного сюжета, поиск открытия сундуков в открытом мире, прохождение загадок легенд. Я хоть и не знаю, что это такое, но... мы с нетерпением ждем ваш отзыв о приложении, вы можете изложить свои мысли ниже, ответ. А что я могу написать? Ну ладно, напишу. Игра. А, приложение. О, ладно. Игре. Нет. Хватает. Озвучки. Вопрос завершен. Спасибо за вашу помощь. Но тут не 2 минуты, сука, было, а? Так. Дорогие зрители, вы тут, на месте? Чё-то как? Так. Вопрос завершили. Ебать, какое новое письмо. Камень истока. Охренеть, какой же вопрос был. Так, чувак пошел какой-то. Светится скейн у входа в храм. Так, я могу лететь? Я лечу, я ангел. Я тут. Долина ветров. Так, я занимаюсь разведкой местности. Чем могу вам помочь? Кажется, я не видел тебя в городе насчет патрулирования. Конечно, я не видела. Я член элитного отряда Ордо. Сергей Сиоржис, привет всем. На кого жалобу пишем? А, я ни на кого жалобу не писал. Это типа сказали, как улучшить игру. Вот, привет, друг Сергей Сиоржис. А, Серега, вроде бы я сегодня смогу скачать себе русские субтитры к Dead Space ремайку. Channel Сергей, попробуй сейчас взять побочные задания. Если это правда, если заработает, то следующий стрим будет с русскими субтитрами Dead Space. Так. Орда Фобаниус. Магистр Варка. Лично вывел меня для участия в экспертизе. Наша задача защищать Монштант на передовой. Мы всегда задействованы на самых ответственных заданиях, поэтому у нас нет времени, чтобы слоняться по городу. Кстати, встречалась ли тебе девушка по имени... Чё, правда? Поздравляю тебя. Завидую чутка тебе. Глория. Ты такая... Глория? Глория моя возлюбленная. Ей нравится сидеть на скамейке, слушать звуки ветра, ощущать тепло любимого человека. Она сама так говорит. Серега, Прочка, так, это не факт, что это правда, но если это правда, то я сегодня и скачаю русские эти субтитры. Если все будет работать, следующий стрим будет с этими, с русскими субтитрами в Dead Space. Если вы встретите ее, пожалуйста. Впрочем, я не буду вас утруждать. Сергей Сиоржис, Channel Сергей Тезка, приветствую. Отличное имя у тебя. Никбот, вы самые лучшие так, насчет... Так, кажется, я не видела... Ладно, Годвин, ты странный. Пока. Кажется, я не видела тебя в городе насчет патрулирования. Я уже справился с кучей... Я уже справился с кучей фуйчеров и сломов. Но вот меньше их что-то не становится. В последнее время они стали попадаться все чаще, но к Монстанту их не подпущу. Ведь моя возлюбленная Глория... Ничего, спасибо. Channel Сергей, спасибо, у тебя тоже имя ничего. Самые лучшие имена у нас с тобой. А ты вообще кадры, а? Ничего, спасибо, что выслушал меня. Путешествуй осторожно. Вот тебе немного моего опыта пребывания на дикой природе. Надеюсь, он тебе пригодится. Пригодится. Так, побочные задания. Вот как бы еще понять, где эти побочные задания, а? Серега, я даже не знаю, где их брать, эти побочки. Это сюжетное задание, это основное задание. А вот в следующую среду, говоришь, стрим следующий сделать, да? Можно?
Сергей Сиоржис. Dead Space Remake даже смотрел внимательно. Так, на перемотке. Николь бьет меня. Серега, так ты инфу не... Сергей Сиоржис. Channel Сергей, ты прав. Серега, так ты инфу не слышал по поводу субтитров? Channel Сергей, так, мое тоже ничего. Так что не надо тут, а всем привет. Нифига себе, Яна сюда пришла. Да я вообще в шоке сегодня, а. Ах ты, зараза, а ну-ка стоять. Не бот, не говорим о политике. Стоять, блин. Невнимательно клавишный колпачок звезды. Да стоять, сказал. Ух ты. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. К чему прыгаешь? Куда ты прыгаешь? Ты чё? Лучший друг наемника. Бурмяу, как у вас дела, ребятки? Да нормально все, завтра на работу. Нормально все, видишь, в какую я игрушку играю. Channel Сергей. Суперски дело, но я здесь ненадолго. Так, повысить уровень персонажа. Так, давай апнем, так апнем. Channel Сергей, а у тебя как мурка? О, да. Мурмяу, привет. Вспомнил песню про Мюрку. Мурмяу, я зашла ненадолго. Отбыя. Спасибо вам за лайк. Скорострелы, а. Ну спасибо вам, Скорострелы, за поддержку, а. Благодарствую вас. Мурмяу. Сергей Сиоржис, Мурка, ты мой муреночек. А, да, да, Сергей, да. Сергей Сиоржис. Мурмяу, хорошо. А ты девушка или парень? Первая. Мурмяу, ага. Первая. Серега, первая. Так, смените оружие. Да подожди, тут только что... Мурмяу. Channel Сергей Жимвин. Так, стоять. Артефакты. Повысить. Типа другое можно, а нельзя такое. А такое можно, да? Можно апнуть его. Тут какой-то говнятный получается. Так, приступить. Сергей Сиоржис. Девушка. Понял. Это хорошо. Мурмяу. Сергей Сиоржис, девушка. Как жизнь твоя, Яна? Дело супер, а твой. Никлам, я то понял, что стажер начал новое, но смотри, чтобы тебя оно не влекло. Сам ты стажер, а? Коля лям. Я вообще в шоке, что пришли на эту игру, а? Что вам она не считается говном каким-то для вас, а? Я удивлен. Я шокирован. Тесная пионерская. Так, нельзя экипировать во время боя. Какой бой? Чего бой? Мурка слышала про эту игру. А, во время боя! Ты сразу. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся, Климова, прощай, люди, моя. Зараза. Ты хренела. Сучка. Давай, зараза. Сюда иди. Огонь! Добро пожаловать на стрим. Ага, сучка, гори-гори, ясно. Я тебя на 16 ранге переключения шах и мат. В каком плане? Channel Сергей, до рекламы на тело выскакивала вечно. А, так ты тоже играешь в нее. Сергей Сиоржис, Йонша не люблю, на аниме похоже, а мне аниме не улыбается. Пришел чисто пообщаться. А, ну спасибо, Серега. Спасибо за честный ответ. Так, видимо, мы не в бою уже, по идее. Так, артефакты. Ну, по идее, я могу одеть, а? Есть. Заебок. Это мне нравится. Так, сменить. Улучшить. Василий Геращенко. Привет всем, давно не заходил на стримы. Здорово, Василий, здорово. Привет, друг Василий. Да, давненько тебе не было, Василий, ты прав. Channel Сергей. Жалко, Сергей, но рад, что любишь пообщаться. Интересно, я могу... Channel Сергей. Привет, Василий. Я могу данный меч привет, отдать... Привет, друг Channel Сергей. Асуне. А, или не могу. 16 ранг подключения, это позволяет играть вместе с друзьями или с другими игроками. Знаю, Серега. Ой, Коля, я это слышал. Мне это сказали. Сергей Сиоржис. Василий Геращенко, привет. Так, вот эту штуку хочу одеть. Заебок.
Так, а персонажи, ну так, 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 оружие, характеристики. Так, маг здоровья, сила атаки, защита, мастерство стихии, выносливость, уровень дружбы первый. Маловато. Мяу. Из подобных игр раньше в Repels играла там открытый мир. Ванна топовая была в свое время. Жалко, забросили ее. И мало людей там. Плохо, Алена, плохо. Сергей, Яна. Ну-ка, ты играла в эту игру. Яна, это Мяу. Очень... Не. Это, Алена, очень плохо. Сергей Сиоржис. Channel Сергей, но мне нравится F12. На PS2, которая была классика же. О, да, детка. О, да. Только не пойму, как можно между персонажами менять оружие? Допустим, я хочу у Эмбер оружие забрать и дать... Ну. Channel Сергей, а хочешь ее пройти на канал Мурка? Так, 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 артефакты. Хотел бы я дать бы меч. О, нифига себе, что у нее есть. Бурмяу. И Яна, и Алена, я два в одном. И Яна... А, Яна, сорян, я просто уже запутался. Так, цветы надо пособирать. Channel Сергей, она длингая, клавишный колпачок звезды. Так тебя же никто не будет торопить, Яна. В этой, с этой игрой. Я тоже прям упарываться на нее не буду. Хогвартс Легаси, кто планирует проходить? Я буду, но, скорее всего, не в этом месяце, или хотя бы в конце этого месяца, наверное, начну. Этот мир открыт для тех, чье сердце исполнено благородством. Ну, вау! Бурмяу, да ладно, могу и Аленой побыть. Да нет, Яна, так Яна. Сергей Сиоржис, а тут, видимо, по классам. Оружие у всех свое, хотя... Меч-то ее. Бурмяу, мне надоедает, когда сильно долго. А, поклониться статуе. Сергей, с каждым обновлением игры сюжет и лор игры расширяется так, что да. Так, так, так. Бурмяу, я пока точно не буду. Статуи архонтов. Опыт приключений. Так, где же эти дополнительные задания это брать, а? Понятно. Я правда не понимаю, где их брать, доп. Задания. Так, так, так. Вот доп. Так, доп. Задания. Подождите. Ну-ка, если карту. Бурмяу, она с открытым миром. Ну, можно и так сказать. Бурмяу, можешь побыть Марго. Марго. Дима. Да, Петь, что такое, а? Да с открытым миром. Так, 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 покупать я не буду. Альт F4 в помощь, я шучу. Ага, спасибо, Коля. Ты скажи лучше, где второстепенное задание, Коля, брать? Раз ты знаешь об этой игре. А я не знаю. Как бы только знакомлюсь с ней, так что многого не понимаю, в принципе. А? Ранг приключений 20. Блин, а у меня только 5. А? Ну, блин, а? Печально. Так, 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 так. Зелла Леопард Геймс. Ну, Дима. Первородную... Василий Геращенко. Дима, ты в почте гемы собирал? Просто там дают вроде гемы. Гёмы, гёмы. Никлам, смотри, заходишь в карту и телепорт-портал. Специальная компания. Сергей Сиоржис, ахах, у меня у соседа кошка Марго. Специальные комментарии и предложения уже доступны. Сергей Сиоржис, Диман, а потёр нравится? Да, нравится. Никбот, награды привет, за отметки. Никлам, специально будем в десё сидеть тогда. Так. О, пополнение с чё? Не, бабки я ложить не буду, а. Это и так обойдусь, а. Так, почта. А, вот оно, получить. У-ху, получил. Так, новое. Получить. Леопард Геймс. Дима просто даю, решил до тебе. Педя, не да... Легардиум Левиаса. Экса. Как там? Сергей Сиоржис. Мурмял, понял. Непонятки получится. Хрена себе. Крылья дружбы. Угу. Получить все. Все собраны. Ага. Мурмяу. Ух, как много нас сегодня. Как здорово, что мы сегодня все вместе собрались. Это да, Яна, я согласен. Ты говоришь телепорт, да? Сергей Сиоржис. Мурмяу, тогда буду тебя звать минус. Яна Баськовна. Яна Батьковна, нифига ты даешь.
Channel Сергей. Авада Кедавра. Я забыл, как это... Дима аж не успевает слово сказать, а мы тут пишем. Не успеваю, Василий Геращин. Шары открывать в правом верхнем углу звезды. Так, шары. Бурмяу, еще одна песня. Бурмяу. Сергей Сиор, Бита, как договорились. Да, я не успеваю сказать слово. Это точно. Нифига, я выпустил свою, ни хрена себе какая большая. Что она делает? Нифига себе, кукла. Ах ты. Сергей Батькович. Дима, давай я, если что, тут, но смотрю фильм. О, Петя, ну ты странная. Приготовить вручную. Вручную? Как, стоп? Channel Сергей. Экспекта патронус, Димка. Да, я уже забыл все. Гарри Поттер. С этих шаров можно выбить персонаж. Шаров персонажа. Бурмяу. Экспекта патронум. Идеально. Сергей Сиоржис. Бурмяува. Уважительно друг к другу обращаемся. Зелел Леопард Геймс. Я тебя слышу. Ясно, Федя, ясно. Бурмяу. Channel Сергей, чей я первая. Экспекта патронус, да. Я уже забыл, чудо как, скажу честно. Так, можно поесть приготовить, а? Есть! Я забыл, что там еще говорилось. Бурмяу. Сергей Сиорджи, сколько вам лет, уважаемый? Channel Сергей. Запись чата с тобой не согласен, Мурка. Бурмяу. А, я не успеваю. Channel Сергей. Остолбеней, Мурка. Ой, блин. Зелел Леопард Геймс. Смотрю, одни из нас. Чего, Федя? Ты совсем, что ли? Зачем? Так. Василий Геращенко. В правом верхнем углу будет нарисована 4 четырехконечная звезда. Туда нажимаешь, и там можно открыть шар с персом. Так, подожди. А, все, спасибо. Вижу. Все, я увидел, спасибо. Сейчас. Так. А где конкретно... А где оно? Сергей Сиоржис. Мурмяу, четкого ответа не будет. Никогда не говорю. Скажу так, родился при Горбаче. Помолиться... Мурмяу, Channel Сергей Сектум 7, прав тебя. Помолиться вот, один раз. За лайк и подписку на мой так. Канал. Так. Где же мне его взять-то? Игру, а не фильм. Так, а где персонажа-то взять? Мурмяу, Сергей Сиоржис, просто такие древние песни знаешь. Прям такие древние, как я. Весенний аромат. А как персонажа брать-то? Channel Сергей. Крутся ее Мурка. Мне кажется, я не смогу никого взять. Юлайн. 20% скидка, попытка. Василий Геращенко. Нужно помолиться. Помолиться нужно? Помолиться один раз? Сергей Сиорфис. Мурмяу, лучше не начинай. Сейчас буду перечислять. Меч! Мне меч! Металлическая тень! Василий Геращенко. И там нужно выбивать персонажей, как в Бравле. Да тут не персонаж, тут мне меч дали, а! Браво Старс, я слышал об этой игре. Вы самые лучшие подписчики. Меч! Спасибо вам за подписку. Охренеть, мне меч дали, я в шоке, а. Тут и помолиться, тут помолиться вон сколько можно, а. Зелел Леопард Геймс. Тебе написать, Дима, молитву. Мурмяу. Сергей Сиоржис, нужно петь. Будем по куплетику. Меч драконьей крови. Василий Геращенко. Они выбиваются 50 слэш. 50. Да, я понял, спасибо. Ух ты, это типа мне дали или что? Я могу выбрать. Я могу кого выбрать, да? Channel Сергей. Димка, это гача. Даже не начинай на эту игру деньги тратить. А я не буду этого делать. Я не буду. Channel Сергей, кавычка. Сломалась палочка, кавычка. Экспекта патронус. Сергей Сиоржис. Мурмяу, недавно переслушал песню «Минус». Как мы молоды были. Никбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Это получается... А, я понял. Василий Геращенко. Тебе Лего выпало. В каком плане Лего? Сергей Сиоржис. Мурмяу, у меня слуха нет. Медведь наступил на ухо.
описание. Одеваю мантию невидимку на себя, Мурка. Помолиться один раз. Ну, попробуем, а? Не, я бабки не буду давать сюда. Мурмяу, Сергей Сиоргий, мне больше заходи, Владимирский централ, ветер север. Так почему одни мечи, блин, а? Одни мечи дают, мечи, мечи, холодное лезвие. Василий Геращенко, пятизвездочный персонаж, это легендарный. Я понял, понял, понял. Мурмяу, Сергей Сиоргий, ну не ухом то поешь, пой, мы будем слушать. Так, давайте. Не говорим о политике. Раз накопили, попробуем, а? Желаю Леопард Геймс. Чье-то сообщение отправлено на проверку. Мурмяу. Ченнел Сергей, в туалет чур не заходить. Лук ворона, ни хрена себе. В туалет не заходить. Так, мне дали лук. Сергей Сиоргис. Мурмяу, девушка Пайн, нравится у него. Владимирский централ, ветер северный, этапы мастера, звание Мерина, чашки дают, да? Так и последний раз, а? Буду копить сам эти хрени, а? Без уважения на игру, а? Да блин, сколько этих мечей, одни мечи, серьезно? Два раза холодное лезвие, вы что, издеваетесь, что ли, люди в Голливуде, а? Вот люди, а? Ни одного. Ну ладно, я потом буду время от времени так баловаться, а. Так, ладно, мне дали мечи. О, а нет. У меня появились новые персонажи, серьезно? Это что, мне навсегда дали персов, типа? Вы серьезно? Мурмяу, Сергей Сиоргис, мальчик жиган и хули. Вадим. Ченнел Сергей. Зайду и использую на тебе Авада Кедавру с помощью бузиной палочки Мурка. Так, подожди. Сергей Сиоргис, отойду покурить. Василий, мне что, реально дали этих персонажей навсегда? Или я не пойму ни хрена? Мурмяу, Сергей Сиоргис, так схватит. Я смотрела только третьего части и все. Асуна, Эмбер, Кьюцин. Или это что такое? Я не пойму. Василий Геращенко. Кьюцин легендарный персонаж, советую качать его. А, мне на реально навсегда дали. Охренеть можно, а? Василий Геращенко. Да их дали навсегда. Я в шоке, а. Пополнение в команде, блин, да? Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Это жестко, а. Мурмяу, Сергей Сиоргис, дым сигарет с ментолом. Ищи мечи всякие разные, а. Ух ты. Сила атаки. Базовая. Мурмяу, Ченнел Сергей, то тебе было про третью части. Я все колдовство действует. Пробудить. Материалы пробуждения не выбраны. О, пробуждение. Юху, я пробудил его. Охренеть, а. Это охеренно, конечно. Так, а персонажи, а? Нефритовое равновесие, группировки. Сигарет с ментолом, пьяный угар, ты сильно лью. У нее есть что сказать против властелина камня. Провязчик Гори. Хоть тут попить можно. Можно, можно, Алена. Яна, блин, Яна. Сорян. Яна, все. Привет, друг, добро пожаловать. Яна, как Яна. Просто Яна, все. Охренеть можно, Дима, ну ты кадр, а? Четыре персонажа у меня, аж охренеть копить, качать это за... будет очень жестко, а? Так, а вот это? Какая цыпа, а? Охренеть, четыре девушки, а? Ченнел Сергей, Димка, у тебя скоро больше персонажей будет, но в команде можно держать четырех персонажей. Блин, это печально. Ахаха, Аленка, ты шоколадная девчонка, губы намазаны сгущенкой. Да, Яна, так и есть, а. Честно, я шокирован, что столько людей сегодня пришло. Сейчас просто все. Ченнел Сергей, ты Мурка будешь играть в игру про Хогвартс. Сейчас просто все Хогвартс Легаси смотрят. Гарем из четырех. Ага, охеренный гарем. Я счастлив такому гарему, а. Я просто вообще очень счастлив ему. Сразу восьмой, охренеть, да? Это четенько, а?
Так, исследование мира, приключения, активация цветов озарения. Ты. 9 уровень. Так, нужно тебе прокачать ее будет тоже, это у нее ни хрена нету, а. Сразу 8, да, вот это четенько. Мурмяу, ченнел Сергей хотел, но сейчас возможности нет. Ченнел Сергей, у тебя будут и мужские персонажи попадаться, Димка. Мужские будут, понял, спасибо. Так, нужно всех прокачивать, а. Мурмяу, мужиков мне. Сергей Сиоржис, Мурмяу Петлюра минус. Ставрополье, моя песня, только вместо этого города, края минус, Владивосток. Не, да? Я вообще, что мне выпало, серьезно, блин, а? Это чётенько, конечно. Так, 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 у нас 15 уровень, я после 20 уровня, это по сути максималку прокачиваете, да, у моего главного персонажа? Так, давайте прокачаем тогда, а кого прокачаем-то? Блин, они все хорошие. Ну, прокачаем тогда тебя, да? На 2 уровня сразу, да? Заебок, а? Так, артефакты, оружие. Ага, улучшить. Да подожди, я же даже ей оружие не дал. Так, стоять. Мурмяу, Сергей Сиоржис, я такое не знать. Охренеть, у меня уровни, а. Так, подожди, Коля, ты здесь? По поводу... Куда там второстепенное задание? Мурмяу, я, видимо, более моложе. Так, второстепенное задание, где они? Дима нашел новую группу, слушаю, называется Нае. Странное опять название. Сергей Сиоржис, а я белая ворона среди вас. Не фанат Поттера, властелин колец и т.д. Дима, Дим, ты знаешь Сергей Сиоржис? Знаю, знаю. Знаю его, да, знаю. Ну в каком... Ну а, если лично, то не знаю. Ченнел Сергей. Сергей, ты тогда фанат чего? Если Зелая лично, то нет. Ну ты уже понял. Понять бы, как это второстепенное включать. Василий Геращенко. Вот знак в левом верхнем углу, это задание. Так, в левом... Да ладно, ворона, я тоже не фанат, но смотрела чуть-чуть. Так, подожди, левый. Мурмяу, к сожалению, он погиб молодым совсем. Так, подожди, левое это задание? Так, 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 это явно не задание. Элементальная реакция таяния, это не то. Сергей Сиоржис. Ченнел Сергей, как понять? Фильмы. Блин. Лампа закрывает, зараза. Так, что это такое? Текстовый забег. Мурмяу. Сергей Сиоржис, печально. Начать испытание. Погнали! Это да, это печально, согласен. А вы про кого говорите? Про Сергея Бодрова? Или кого конкретно? Тестовый забег. Охренеть, да? Не обязательно фильм Сергей. Охренеть, а? Ты суки, а? Это блюдки хреновые. Охренели, блядь, а? Василий Геращенко. Задание левый верхний угол снизу карты. Снизу карты, спасибо. У меня просто моя лампа специальная закрывает, поэтому не вижу. Сергей Ридик, область тьмы, сериал на краю вселенной. Свои бутылки. Не бог, привет, друг, добро пожаловать на фильм. Ченнел Сергей, ясно. Какая у тебя футболка, Сергей? Холодно, зараза. Испытание завершено. Покинуть уровень, повторить испытание.
Так, левый нижний угол. А, ты имеешь в виду эта штука? А, спасибо, спасибо. Задание мира. Отслеживать. Вот оно. Спасибо тебе, Василий Герой. Что бы я тебе без тебя делал, а? Ай, благодарствую тебе. И все знаем, дай бог. Долина ветров. Так. Блин, 4 персонажа, я в шоке, блин. Устал. Петлюра Барабаш, певец, погиб в ДТП в Москве на Севастопольском проспекте в ночь с 27 на 28 сентября 1996 года. Барабашу было 22 года. Блин, совсем молодой, да, это капец. Ты сейчас пошел на побочную миссию, Димка? Да, Серега. Сергей Сиоржис, из Википедии. Запись Сталина продуваемых ветров занесена в архив. Сергей Сиоржис, канал Сергей Кликуха. Василий Геращенко, у меня там около 15 персонажей. 15? Как я понял, Василий, тебе данная игра нравится, да? Так, попробуем подраться ей, что она вообще умеет, а? Ты на уровне. А ты? Ты плохо дерется так, а? Так, что умеет? А, ну мы знаем, что умеет. Channel Сергей. Ну да. Прозвище, основанное на твоем имени или вроде того. Сучка. Василий Геращенко. Они не люблю, но игра зашла. Ну, быстро дерется, а? Правда, прикольный перец, а? Понял, Василий, спасибо за ответ. А мне аниме нравится. И игра нравится. Просто мне друзья сказали, что это игра для геев. Понял, Василий? Хотя где она для геев, не знаю, а? Сергей Сиоржис. Channel Сергей есть, как у многих. Но это личное. Ребят, поговорите с кузнецом. Магнитом. Channel Сергей. Димка, ты знаешь то, что вроде как будет аниме по Геншину? Нет, не знал. Откуда я знал? Нет, Серега, не знал. Я же начал недавно в эту игру играть. Василий Геращенко, ты, кстати, на Кэтсин и на Эмбер оружие не поставил. На Кэтсин? Channel Сергей, сеструха меня называет Сига. Так, подожди. Я не поставил оружие? Это как так? А, ну да. Новое. Офигенный лук, новое. Пробудить. Ага. Блин, зараза. Ранг пробуждения увеличивает урон. Вот зараза. А просто апнуть можно? Василий Геращенко. Channel Сергей, аниме по Геншину уже есть. Уже есть? Хрена себе. Вы самые лучшие подписчики, спасибо вам. Мне говорят, типа трехзвездная лучше не качать, типа на плохое. Это правда или нет? Новый лук. Channel Сергей. Василий, как оно называется? Ага. Будем его использовать. Василий Геращенко. Не помню, но серию смотрел. Да. Сергей Сиоржис. Channel Сергей, зови меня Сергиус. Это наше имя по минус. Гречески. Ага. Мурмяу. Не будь, спасибо, ты тоже ничего так. Все, одел это оружие. Ага. Заебок. Все. Типа говорят, это хреново. Типа три звезды — это хреново, а? Разве это хреново, Василий? Так, давайте мы оденем моей малышки, а? Channel Нельзя. Сергей. Хорошо, Сергиус. Нельзя одевать, да? Вот зараза. Так, я ей оружие, получается, не дал, да? Ах ты, зараза, а? Как так-то? 18 уровень. Угу. Так. Тебе меч я не дал, да? У тебя будет, получается, у нас такой будет меч. Не тупой меч, холодное лезвие. Холодное лезвие.
Ну пускай будет такое, да? Хотя ей тоже нужно такое. Василий Геращенко. 4 звезды это хорошо, а 5 звезд это великолепно. А 3 звезды это плохо? Сергей Сиоржис. Никбот, ты слишком много болтаешь. Бот. Никбот. Ченел Сергей. Василий, я ссылку не могу найти на это аниме, так что ты, наверное, просто хорошую анимацию где-то видел. Так, теперь нужно поменять персонажа. Оружие. Ага. Новое. Металлическая тень. Никбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурными. О, да. Ладно, хочу тупить. Это какая-то тупость получается. Да, как будто какой-то непонятный чувак. The Leo Leopard Games. Послушал пару песен, больше всего поют про 18+. Понял, Федя, понял. Василий Геращенко. 3 звезды это нормально, но нехорошо. Мурмяу. Никбот, мы самые культурные. Так, нужно тогда новое оружие мне. Ченел Сергей. Ладно, я пошел по своим делам, так что удачи тебе, Димка, на стриме. Всем в чате пока и удачного времени суток вам. От пробуждения. Давай, давай, Серега, покидова. Так, 3 звезды это хреново или хорошо? Я немного не понял. Мурмяу. Ченел Сергей, пока-пока, до новой встречи. Типа трехручная лучше не качать, что ли? Сергей Сиоржис. Ченел Сергей, спасибо за компанию. Взаимно. Да, Серега Пакедова. The Leo Leopard Games. Дима, под такие песни можно кое-что и сделать. Ясно, Федя. Вот, не говорим о политике. Василий Геращенко. 3 звезды нормально. Они просто сказали, что 3 звезды это плохо, плохое оружие. Типа лучше его не качать. Поговорить с кузнецом Вагнером. Вагнером? Серьезно, Вагнером? Ни хрена себе. Василий Геращенко. А 2 звезды плохо. А мне сказали наоборот. 2 хорошо, а 3 плохо. Блин, не поймешь, что-то как. Сергей Сиоржис. Про какие-то говорит он. The Leo Leopard Games. Скинуть тебе ВК пару. Хорошо, Федь, давай, скидывай. Сергей Сиоржис. Песни клавишный колпачок звезды. Я не знаю. Серега, я не знаю. Брик. Василий Геращенко. В начале 3-звездочное оружие нормально. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. В начале нормальное. А ты всю игру прошел или как, Василий? Я, честно, вообще удивлен, что вы пришли, потому что сейчас буквально все играют или смотрят Hogwarts Legacy. Буквально все. Как сказал человек, Hogwarts Legacy это фан-база, это фанфик. Сергей Сиоржис, наверное, типа мальчик Г+. Это фанфик для фанатов Гарри Поттера. Типа не хватает, да? Обидно. Да нет, как? Тебе привлек бесподобная мать моей стряпни, да? Амогус. Могу купить что-нибудь поесть. Кто ты? Разве ты меня не знаешь, я брук. Мои рецепты мясных блюд широко известны в Монштанте. Да откуда я тебя знаю, брук? Подожди. Да. Что ты делаешь? Василий Геращенко. Там нет понятия, прошел там много сюжеток, а так нет, у меня только 33 ранка, максимальный 60. The Leo Leopard Games. Скинул. Если ты хочешь найти самое мясо, если ты хочешь найти самое вкусное мясо, походу, да, то искать его надо у охотников. Сергей Сиоржис. Мурмяу фу минус. Фу без мата. Не напоминай об этом кавычка. Именно фу, поэтому кавычка. Я переехал в Спрингвилл. Я готовлю в основном на продажу, конечно. На самые лучшие кусочки я всегда оставлю себе. Как вкусно пахнет. Мурмяу. Сергей Сиоржис, это татуже. Ха-ха-ха, конечно, вот, ведь привет, это стой стейк, который сделала я, Брук. Со всем уверенностью заявляю, что лучший стейк в Монштанте делаю я. Ты их уже пробовала? Если нет, скорее попробуй. Не стесняйся, этот вкус откроет тебе новые горизонты.
Так, Юрий, веди себя адекватно. Все будет good, и тогда будет все good. Конечно, как насчет большого свежего стейка? Это лучшее местное блюдо в Манштанте. Мясной стейк? Ну ладно, давай купим. Одну штуку. Сергей Сиоржис. Мурмяу тату не слушал особо. Вирус, акула. Руки вверх, минус. Это мое. Так, ну у каждого свое. Серега, это нормально, а? Юрий Тип-Топ. Ахаха-юшки, ахаха-хаха. Так, стоять. Мурмяу. Ёшкирия. Блин, куда идти? У меня... Я не вижу ни хрена, не пойму. Так, ладно. Где? Сергей Сиоржис. Мурмяу, кислотный диджей. Хей-хей. Так, мое задание, да, получается? Ага. Хорошая подготовка к ключу к успеху. Точка телепортация. Василий Геращенко. Так что в Геншине сюжеток много, и, кстати, советую сначала пройти не столько сюжеток, а потом открыть Сумеру и там брать попутки. Понял, Василий, Мурмяу. Спасибо. Сергей Сиоржис, все, я определила твой возраст 30+. Спасибо, Василий, учту момент. Стас в играх. Привет, Дима. Здорово, Стас, здорово. Привет всем. Я шокирован, что ты появился здесь. Никбот. О, Катерина. Звезда и бездна. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Говори никому только. Договорились? Награда за ранг приключений. Мурмяу. Сергей Сиоржис, кислотный диджей, йо, кислотный мьюзик, йо. Ни хрена себе. Ой, спасибо. Мурмяу. Стас в играх, добрый вечер. Как же тука твоя. Стас в играх, привет. Есть, у меня 6-й ранг. Я какой молодец, а. Я красавчик, а. Так, ты у нас не пойму кто. Ну ладно. Пойдем в кузнец. Пойму, а вот и кузнец. Стас в играх. Дима, я тоже, потому я могу смотреть стримы без особых проблем. Это хорошо, Стас. Чем могу вам помочь? Я хочу новое оружие. Паймон хочет оружие. В Сумеру очень много попутных заданий, и там много наград дают, особенно в пирамиде. Гробница царя Дешрёта. Что, зачем мне оружие? Ты хочешь, чтобы я тоже сражалась? Какая малышка, для нее только на заказ. Вы делаете оружие на заказ? Конечно, я продаю оружие, делаю оружие на заказ и чиню оружие. Я же кузнец. Но главное в этом деле руда. Откуда вы ее берете? Стас, я сейчас играю в Сириус Сэм, про Сибирь набиваю достижения. Отовсюду. У скал неподалеку есть место рождения железной руды. Могу отметить на твоей карте. Если принесешь мне несколько кусочков железной руды, я смогу для тебя что-нибудь выковать. Спасибо. Сергей Сиоржис. Мурмяу, а любимый диджей Аллигатор. Вся молодость прошла с ним. Так, отслеживать задание. Поговорите с кузнецом. Как бы я с ним поговорил уже. Так, так. Мы собрали железо. Oh, yes. Точно совсем забыл. Okay, пойдет, может быть, из этих кусочков что-нибудь и выйдет. Что вы можете выковать? Так. Можно выковать, получается, да? Сергей Сиоржис. Мурмяу родился при Горбаче. В середине 80 минус. Их, точнее, не скажу. Ну, Серега, ну ты када, а? Привет, ну, в принципе, этого хвата, этого Серега хватит. Молодец. Получить. Так, кузнец, я могу у тебя всякое разное оружие делать, да? Белая тень. Неплохо, неплохо. Правда, дофига чего надо, а? Окей. Дима, так ты приобрел себе сандалистом в Киберпанке, я вот себе поставил эпическую версию, теперь я могу замедлять время. Почему у вас плохое настроение? Потому что я... Потому что у кузнеца нет времени на пустую болтовню. Чем усерднее я работаю, тем лучше получается товар. И тем лучше идет торговля, это самое главное. Ты все сказала, мне нужно работать. Задание выполнено. Я раз в неделю или 10 дней буду по одному стриму делать по киберпанку и прокачивать себе стас персонажа. Потом, когда закачаю 50 уровень, хочу попробовать пройти секретную концовку. Так что киберпанк у меня будет
15 февраля стрим. Стас в играх. В общем, я жду Киберпанка. А помимо Киберпанка, другие Сини, игры никак? Бур, мяу, ты мне годишься в сестры. Привет, сестра. Долго я тебя искал. Сестры. Так. Кулинарное искусство. Задание мира. Игра страниц. Сергей Сиоржис, все мы сестры братья. Полоса препятствий. Во, полоса препятствий, заебок. Василий Геращенко. В сюжетке дадут еще два халявных персонажа. Василий, я у тебя услышал. Сергей Сиоржис, Дима вон наш младшенький. Стас в играх. Буду приходить по возможности, я простарублюсь в Сэма. Стас, ты всегда во что-то играешь, а? Я как бы уже не удивлен, а? Данной фигнюшкой, а? Честная пионерская. Ну, рад, что пришел. Сергей Сиоржис. Мурмяу, по сути. Да, братья и сестры, все мы. Меч небесного всадника, охренеть, да? Стас в играх. Дима, ну а что мне делать, снега у нас особо нет и некуда выйти. Стас, приходите на различные мои прохождения, а не только какие-то определенные наподобие Киберпанка. Прийти по-дружески, поддержать друга, попиздеть с ним. Так, она, получается, летать не умеет, да? Походу, не умеет. Так, что ты там делаешь, а? Опа, телепорт, подожди. Телепорт. Мурмяу, Дима, у тебя есть сеты, братья, клавишный колпачок звезды. Есть, есть. Так, это я уже сделал. Есть, есть, Яна. И брат, и сестра, и двоюродные, и все такое. Так, ты у нас кто? Яблоко? Василий Геращенко. Кстати, Дима, если зайдешь в магазин, то там можно купить на кристаллы шары. What should I cook next? На кристаллы шары? Дима, буду приходить, главное, чтобы они были не днем, потому я занят, может, снег выпадет снова, и тогда точно буду занят. Ясно, ясно, Стас. Упляж ты нас. Я всегда прихожу, если могу, на любую игру. Чтобы поддержать и пообщаться. Чтобы мне еще такого приготовить. О, здравствуйте, вы здесь не недавно? Мы путешествуем, с чем-то вкусно пахнет. Добро пожаловать в Манштант, путешественники. Меня зовут Лин, я инструктор по выживанию из гильдии искателей. Круто, Яна, охеренно просто. Рад познакомиться. Приключений. Честно? Я поражен, что вы все пришли. Я думал, что сейчас большинство из вас будут на Гарри Поттере, и вообще никто не будет приходить. Ну, типа, у всех Гарри Поттера будет... В общем, Хогвартс Легаси будете смотреть. Вот. И так вот. Стас в играх. Тебе так-то нужно реакцию на 12 уровень качать, чтобы Сандивистон приобрести, так что знай. Стас, когда буду играть... Следующий стрим по Киберпанку 15 февраля. Сергей Сиоржис, Дима в Нирване, мы сами по себе. В 9 по МСК. Вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. Если сегодня получится скачать русификатор по Dead Space. Сергей Сиоржис, Мурмяу, чур, на наследство не претендовать. Если Dead Space русификатор реально рабочий, это классно. Мурмяу, на Гарика я тоже явлюсь, если как вы могли заметить, я даже экспериментирую с новыми рецептами. Нет, путешествую на голодный желудок. Первое правило из руководства по выживанию в дикой природе. Пикник, вот что я люблю. Моя подруга тоже хорошо готовит, только самые простые блюда. Да я просто обожаю готовить. Котел у нас на огне. Давай посмотрим, на что ты способна. Вместе приготовим веселее. У меня есть грибы и курица. Ты можешь найти их вон там. Василий Геращенко. Магазин так же, где молитвы. Магазин там же, где молитвы. Понял, понял. Дима, знаю, не так давно всех был займ в мозгах про God of War, теперь все рубится в Гарри Поттера нового. Ну, так и есть, Стас. Вручную. Идеально. Я идеально приготовил.
идеал, просто совершенство. Сергей Сиоржис, Мурмяу забирай, не жалко. Так, овощную рагу. Да? Сейчас мы тебе покажем мастер-класс, а? Да, Ян, забирай, забирай, мы тебе разрешаем. Ура, мука получена, заготовка ингредиентов в наличии, где найти? Так. The Little Leopard Games. Дима Хай. Федя, мы с тобой уже здоровались. Мурмяу. Is it done? Уже готово, пахнет вкусно. Дай попробую. Жует. Ух. Пускай слюни. Эх, сложно описать этот вкус на троечку. Что? Асуна способна на большее. Этот шашлычок не считается. Тебе нужно больше практиковаться. У меня есть еще ингредиенты. Возьми их в обмен на твой шашлычок. Это правда? Все нам? Тебе точно хватит продуктов? Не переживай. Сейчас хочу посмотреть последний сезон «Правосудия Декстра». Говорят, сезон не очень, но я должен сам посмотреть. Говорят, говно полное, да. Сергей Сиоржис, сериал моей юности. Да, Серега, говорят, полное говно. Юрий Тип-Топ. Еще по данному сериалу будет делать приквел. Никбот, собака, а еще ты можешь купить еду и ингредиенты в хорошем охотнике. Спасибо за совет, эй! Оставь мне немножко шашлычков! Так, задание выполнено. Кулинарное искусство. Инструктор по выживанию. Спасибо тебе. Стас в играх. В общем, не буду покупать Dying Light 2 в Epic Games. Стас, а ты его и не купишь. The Leopard Games. Дима беда нахуй, человека забанил бот. Никбот, я не собака. Сорян, сорян. Дима, ты не один так говоришь. Что, действительно минус? Звезда? В каком плане звезда? Какая звезда? Серега, ты о чем? Какая звезда? Вот это звезда. Сергей Сиоржис, Мурмяу сундук бабушкин твой. Хорошо. Федя, он забанил за дело. The Leopard Games. У тебя спамит в чате. Он тогда правильно забанил бот. В Epic Games я могу покупать игры, но лучше в Steam ключ. Dying Light куплю. Сергей Сиоржис, про сериал Декстер. Да просто новости. Сергей Сиоржис, не там клопы и какашки муськи. Серега, я просто новости фильмов, сериалов, игр смотрю, поэтому Стас, знаю. Все равно я в Стиме библиотеку пополняю. Молодец, Стас, молодец, пополняй. Тебе никто не запрещает это делать, а? Мурмяу, Сергей Сиоржис, Диме отдадим младшенькому нашему. Да, мне нужнее, я согласен, а? Дерево, чтоб яблоки упали, так легче собирать их. Юрий, спасибо. Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Мурмяу, главное согласиться. Так, шестой уровень приключений. За яблоки спасибо, Юрий. Так, подождите, встретиться с Кейн у входа в храм. Дима, тебе Ведьмака 2 немного осталось до пройти или много еще? Стас, к чему ты это спрашиваешь? У меня только начало третьей главы. Василий Геращенко. Дима, если выйдет Atomic Heart, будешь его проходить. Да, Василий. Юрий, тип-топ. Сори за спам, больше не буду. Вот молодец, Юрий, красавец. Может ты зараза, а? Да, быстрый персонаж. Так. Сергей Сиоржис, Мурмяу нет, обещаю тебе минус. Пропылесошу и т.д. Будет сундук, как в сказке минус. Обещаю. Молодец, Серега, молодец. Спрашиваю, потому что скорее Ведьмака 3 начёт. Я вот это понял. Стас, я тебя уже понял. Стас, приходи на прохождение Ведьмака и сам все узнаешь. Фух,
По поводу Atomic Heart, Василий, если будет хорошо работать, начну на релизе играть. Если будет плохая оптимизация, подожду, пока оптимизируют. Но я уже предзаказ сделал. У меня была возможность сделать либо предзаказ по Гарику, либо по Атомику. Я сделал по Атомику. А Гарика я в сквачине купил у человека. Дима, давай я тоже скачаю игру, вместе поиграем. Какую, Федя, игру? Богатый сундук? Нитбот, спасибо вам за лайк. Или сейчас взаимодействовать? Как, а? Лук охотника, охренеть, да? Так, я хочу взлететь. Это, да, взлететь можно? Так, взлететь. The Leopard Games. Женщин импорт. Федя, тебе нужен 16 уровня. Я отойду, а то сейчас придется Сереге не только сундук пылесосить. Давай, Ян, давай. Стас в играх. Дима, повторяю, если стрим будет вечером, то приду я сейчас, просто не могу, мне нужно сейчас достижение получить. Выбить золотую медаль на любом уровне выживания. Так это же не так уж важно, а? На 3 минуты. Давай, Ян, давай, давай. Сергей Сергей, Мурмяу много чего в сказках было. Скатерть самобранка Льюис. Это вышка. А сон, да. Так. Василий Геращенко, как думаете, Сталкер выйдет? Я ей очень сильно жду. Это игра моего детства. Я думаю, что в этом году не выйдет. Ну, Василий, как говорится, удачи тебе. Я Сталкер вообще не жду. Я жду метро, но что-то я уже сомневаюсь, что метро будет годной. Я боюсь, что метро уже будет не то. И будет, то уже не будет такого классного, как было в трилогии, а? Сергей Сиоржис, мурмел я только за кавычки. Все скрути кавычки. Надо помогать. Стас в играх. Дима, это может немного важно, когда нет стримов, то этим и занимаюсь. Стас, хозяин-барин, занимайся чем хочешь, твое время, а? Я никого не заставляю ко мне на стримы приходить. И я это, мне это не нужно, а? Ты зараза, а? Сергей Сергеевич, они там против Atomic Heart писали. Смешно читать было. Я так аккуратно написал. Кто против писал? Василий Геращенко. Говорят, что возможно метро выйдет в 2024 минус. 2025 году. Да, возможно, так и будет, Василий. Кто Серегу писал? Какую гадость писали, а? Atomic Heart говном не выйдет. Я предзаказ по игре сделал. Стас в играх. Дима, у меня и так вчера день стрелялок был. Я днем в Сэма играл, а вечером Айнлистет про вторую мировую с игроками. У меня голова, блин, звенела, наверное. Ясно, Стас, ясно. Сергей Сиоржис. Так скажу, команда Сталкера. Команда Сталкера писали, что... Atomic Heart полное дерьмо? Еще же они такого написали, Серега? Интересно уж узнать, а? Что же они про Atomic Heart писали-то, а? Нитбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Как туда попасть, интересно, а? Смогу я залезть сюда? Могу, ни хрена себе. Точка перемещения, нужная вещь. Асуна самая главная у меня персонаж. Она главная героиня, так что большей части не будем играть. Стас в играх. Я думаю, новое метро как раз в середине 2025 выйдет, мне кажется так. Блин, зараза. Сергей Сиоржис, не надо покупать, ибо дальше политика. А вот суки, а. Ну это не точно. Спасибо, Серега. Спасибо, Серега, за ответ. Я понял тебя, о чем ты. Да и пофигу. Вот ублюдки, а. Наши же не говорят, не покупайте сталкера. Хотя они уже от русскоязычной дебилы аудитории открестились, ублюдки, отказались, а. Еще пиздели бы, а. Мрази конченые. Сталкер тогда покупай, сука, точно не надо, а. Дерьмо это того не стоит, а. Если вот так судить, да? Если по чесноку, а. Так, сундучок, ага. Так, летим, Асуна, летим.
Василий Геращенко. Кстати, теперь у сталкера малый шанс, что они выпустят игру, они же потеряли разрабы, который сюжет писал. Откуда ты знаешь, Василий? Сергей Сиоржис. Не буду уточнять его фамилию. Можно найти, если кто захочет. Спасибо, Серега. Было интересно. Прикольный все-таки персонаж, правда? Трава, светяшка. Федя, ты точно уверен, что Genshin Impact ты хочешь играть? Так, куда вообще мне идти? Я заблудился. Так, а что это за фигня вообще? Ого, прикольно. Сундук хер откроешь, а? Зараза. Стас в играх. Да и пофиг на Стаска. Главное, чтоб метро новое было, а за него сейчас будут комментариями. Это да. Пофигу. Не первый сталкач нравился. Сука. Принял? Василий Геращенко. Нужно их зажечь, чтобы открыть сундук. Нужно их зажечь. Как бы это сделать, а? Someone needs assistance. А-а-а. Ух ты! Двуручный меч. Прикольно. Блин, сегодня прям мы удачно сыграли, а? Нужно зажечь, говоришь, да? Как это сделать вообще? Как они... Как они зажигают это, а? Ух ты! Магия! Имот слэш. Дес про сотрудника СБУ, ФСБ. Ну а ты, Серега, Atomic Heart будешь играть? Так, что это у нас такое? Василий Геращенко, у тебя же перо персона и ей атакой зажигать. А-а-а! Спасибо, не подумал об этом. Спасибо. Я и тут, а ты там, моя любовь и Таджикистана. Я у нас с возвращением. Так, это не то. Так, так, так. А, вот оно. Сундук открылся? Нет, сундук не открылся. Это еще нужно, да? Так, а где нужно еще? Так, стоять. Где еще? Сергей Сиоржис. Диман, первоначально надо купить PS5. А так, планирую купить, да. А, вот оно как. Понял, Серега. Так, есть, сундук открываем, ага. Лучший друг наемника. Так, ну вот это тебе возьмем, а? Я бы... Этот тебе точно подойдет, а? Так, все, погнали. Понял, понял, Серега, спасибо за ответ. Сергей Сиоржис, а ты ведешь канал? Ты для себя играешь. Он для себя... А, Яна, ты Atomic Heart будешь или тебе не нравится? По-моему, я тебя уже спрашивал. Сергей Сиоржис, я сначала смотрю на ютубе игру, а после принимаю решение минус. Покупать или нет? Правильно, Серега, правильно, так и нужно. Стас в играх. Кстати, я читал комментарии, люди хотят, чтобы в метро вернули замкнутые пространства, тоже мрачное московское метро, чтобы их было больше, но я одну деталь не понимаю. Какую не понимаешь деталь? Мурмяу, да я не буду. Вот нужный персонаж, а. Так, нужно приготовить покушать, а. За, сука, плохо, а? Сергей Сиоржис. Мурмел для себя. Канал мой. Чисто для музыки и подписок. Бигбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Идеально, да? Успех! Блять, сука, хреново. Хреново сделал.
Идеально. Так, цыпленок, а. Спев. Бурмяу. Сергей Сергеевич, думала, там геймер 1000 ЛМЛ. Стас в играх. Почему нельзя сделать так, чтобы было половину открытого мира, половину мрачных замкнутых пространств? Надеюсь, в новом метро они так это и сделают, чтобы жалоб людей не было, хотя они тоже много чего просят. Я с тобой согласен. Иногда геймеры правда много чего просят, а? Это Стас, я с тобой согласен, а? Стас в играх. До метро исхода люди просили топа больша светлых и открытых местностей. Да-да-да, согласен, им все не устраивает, все не так, а? Успех. Им всего мало. Так я почти добрался, да? Сергей Сиоржис. Мурмяу, в последнее время не играю, дабы времени нет. Ах ты, сука. Прошел Evil Vision на Акуму. Новый противник. Это так... Полярное растение. Василий Геращенко. Надеюсь, в новой метро будет открытый мир. Портоядное растение, которое заманивает жертву своей внешней красотой. И вот сучка, а. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Ах ты, сучка. Сергей Сергей. Мурнял полмесяца назад. Здесь я поняла. Нет, ах ты зараза, нужно похавать. Ах ты, сучка, ты убил моего перса. Ах ты заразное дерево. Да ты зараза. Зараза пришел сюда. Надеюсь, в новом метро будет открытый мир, но, как я и говорил, что в одной локации сделали 10 или 20 точек с мрачным метром или подвалами, то будет то, что надо, и даже круто. Ох ты ж сараза. Василий Геращенко. Нужно по ее кристаллам бить. По ее кристаллам бить, спасибо. Никбот, дело супер, а твой? По ее кристаллам бить. Блядь, да что? По кристаллам, которые у нее, да? Ты зараза, а? Как вообще поесть, а? Ах ты, сука. Ты сука, говна. Сергей Сергеевич, у меня опять игровая импотенция наступила. Какого? А, мне во что играть? Ты задолбала, а? Сучка, ты рябая. Заебал, нихуя, нихуя. Ах ты, сука, ты как тебе спасать моих баб, а? Как спасать ты? Как это жизнь не восстанавливаешь? Стоять. Да ты что, издеваешься, что ли? Как, а? Ах ты, сука, а? Очень мразь такая. Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Василий Геращенко. Советую на боссов идти минимум на 20 минус. 25 ранги. Спасибо, Василий. Ты прав. Стас выиграл. Мне вот еще интересно, если в новом метро они возьмут сюжет и пройдет несколько лет, там, например, будет сын Артема, но как они сделают с радиацией, то есть уберут ее насовсем, это же ключевая вещь в метро. Честно, Стас, не знаю. Неохота просто. Влом тебя заставить играть. А, Серега, не заставляй, не надо. Не хочешь, не играй. Хоть нет смысла, Серега. Если не хочется, то не играется. Василий Геращенко. Чтобы восстановить жизнь, нужно телепортироваться на статую семьи Архонта. Телепортироваться? Ага, спасибо. Статуя семьи... Статуя? Телепорт. Статуя семьи Архонта? Так, статуя, где это? А где это оно? Испытание элементы. Долина ветров.
Так, статуя. Сергей Сиоржис. Диман правильно сказал. Вот я не играю. Переждем. Сокова. Статуя Анем Афонта. Наверное, сюда надо. А теперь куда? Спасибо тебе, Василий. Василий Геращенко. Это большие метки. Автовосстановление. Стас в играх. Не в метро исходе, они круто сделали с вопросами насчет лагерей бандитов и чудовища убежища Артема, но надо было разнообразить вопросы, а не делать их одинаковыми, можно было и правда подвалы сделать. Согласен с тобой, Стас. Согласен. Так, все, мы все спасены. Подожди. Тюк, так, чувствую, эта миссия была сложная. В общем, пока я хреново прокачан, лучше не ходить туда, да? Как я понимаю, а? Испытание элементы подтвердить. Чувствую, что сюда нужно идти, будет, походу, а? Отслеживать. Храм Льва. Раньше это был храм, посвященный Льву Юго, но он давно заброшен. Местный фольклор рассказывает о том, что одуванчики, встречающиеся по всему Манштайнту, символизируют благословение Льва Юго. Испытание элементы таяния. Отслеживать. Интересно, интересно. Но она на самом деле жесткая. Василий Геращенко. Лучше идти на желтую метку к заданию. Так я к ней шел. И надо бы уже голос ему внедрить, а то Артем только в заставках балакает. Это я согласен. Тут я с тобой согласен, Серега. Надо, чтобы пиздел. Порося препятствий отслеживать. Так, это куда? Далеко у нас, да? Так она далеко у нас, она недалеко. Все, телепортнемся. Полностью, Серега, согласен с тобой, чтобы Артемыч попиздел. Он должен пиздеть часто. Не только эта ставка. Так, надо выпить. Выпить! Как говорит Сэм, выпить! Ой, блин. Козуль, заманили меня. Василий Геращенко, вот как раз тебе в этом задании дадут персонажа. Только проблема в том, что меня некуда пихать его. Храм тысячи ветров. ЦСК у входа в храм. Стас в играх. Ну типа, как я понял, так же говорил Гидеон, в метро исходе Артему не стали делать голос из-за эпичности, но так-то могли сделать голос хотя бы в основных моментах игры. Да-да, могли. Ладно, я пошла спать. Всем хорошего вечера. Яна, спасибо, встреч. Что пришел поддержать. Поговорила с нами, сестра стала, спасибо. Вот и ты. Подойди поближе, что чувствуешь этот запах. И ничего не чувствую, пахнет гавьевым слоями. Этот храм выглядит не таким уж и заброшенным. Там должно быть сломы, пули, чуровы, и что-то но, и что-то то. Бля, сейчас. Василий Геращенко. Он будет у тебя все равно, но его можно будет заменить на другого. И что-то, что подпевает... подпитывает дракона. О да, там должно быть весело. Там опасно самые обычные монстры. Ого, да у нас тут храбрец. Жаль, что храм Волка Севера находится в таком состоянии. Пойдем, Асуна. Уж давно никто не делает подношений хранителям четырех ветров, но Петра по-прежнему с нами. Сейчас настало время навести порядок в храме хранителей четырех ветров. Следующий стримчанский подарок на игре будет в среду. Следующий среду. Ну да. Наконец-то у меня появился шанс сражаться с тобой о бок о бок. Как думаешь, у нас получится хорошая команда? Да кто его знает, а? Кто знает?
Главное, чтобы ты не мешался мне особо и не бесил меня. И тогда будет все чики-чики. Одиночный. The Leo Leopard Games. Дима, скажи, пожалуйста, алло. Зачем, Федя? Быстрый отряд. Быстрый отряд. Так, добавить. Василий Геращенко. Кстати, Дима знал, что с 16-го ранга можно играть онлайн в Геншин. Да, мне сказали об этом. Мне об этом сказали, Василий, на первом стриме. Коля Крис сказал мне об этом. Блин, быстрый отряд, ну ладно. Сергей Сиоржис. Феди, уникальный человек. Позволь показать тебе, как действует Орда Фаваниус. Федя, я тебе еще я делаю. Стас в играх. Дима, это так всегда самая важная деталь. Если у тебя есть напарник, главное, чтобы он не лез к тебе и не бесил, и не мешался, и самое главное, не лез по пуле ракеты. Врата возрождений. Так и есть, Стас, так и есть. Если я не ошибаюсь, выход из храма должен быть вон там. Откуда ты знаешь? Эксперимент. Как опыт, который приходит когда за долгие годы. Маги могут намекнуть, если кругом вода. The Leo Leopard Games. Как мы будем смотреть? Одни из нас, у меня только пока телефон разряжен. Феди, я, значит, пока никак. Сука. Василий Геращенко. Лучше используй кацина на электро, а тут вода. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? Опа, сундук. It was a very strange occurrence. Стас в играх. Мы, кстати, могли в какой-нибудь игре сделать прикол с напарником. Подходит он и начинает лупить главного героя, было бы смешно. Ну, Стас, ты кадр, конечно. Сергей Сиоржис. Диман, Геншин напоминает мне Final Fantasy 12. Эту часть обожаю, на PS2. А я первый раз о ней слышу. Честно. Вот, спасибо вам за лайк и подписку. Врата возрождения. Круто. Пробный. Так, это скорее всего его способность должна быть, да? Огнем может выпускать. Огнемет может выпускать огонь благодаря своему электрическому ядру. Используйте крио навыки. Это я знаю. Ты сука. Будет такой у меня состав. Потом поменяй, если что. А скажи, где Василий, где я конкретно могу менять состав свой? Как, ну, чтобы я всегда знал, и опа, как захотел, поменял состав команды, а? Пробел, чтобы дважды, ага. Вау, круто, охеренно. Let's use the wind currents to fly up. Вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. О да, возвращение прошло успешно. Открыть дверь. Ну тут прикольное, понравилось, а? Стас в играх. Лучше уж напарники бы повеселились, а то они во всех играх страдают от ракет и коктейля Молотова, в том числе и в Fallout 4. Ты сука. Левый верхний угол, куда заходишь, и там будет написано за ним. Левый верхний угол. Спасибо, Василий, спасибо. Сергей Сергеевич, в один из нас в сериале «Мужики со мной» кто занимается? Мне это не нужно. А, ты про гейство имеешь в виду? Понял, понял тебя, Серега, понял. А я на это внимание не обращаю, мне все равно. Эту хуйню большую надо убить, а? Не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Кучка большая. Я на эту фигню, Серега, честно, внимание вообще не обращаю, а? Ну, того не стоит, а? Еще буду я на такое дерьмо внимание обращать, да?
есть по хуйню все такое. Третья серия «Одни из нас», а? Там геев раскрывают, которые были в игре. Двое мужиков. Вода, может, с помощью нее можно получить супер-супер. Так, а ценный сундук. Хорошая добыча. Джин следовал бы посетить это место. Да про это. Я просмотреть не могу, ибо все ломается в голове у меня. Так, не смотрите эту серию, включай четвертую сразу, а? Вот, не говорим о политике. Я третью не видел, но я посмотрю, а? Сергей Сиоржис, обзор смотрел на сериал. Из-за шипов на... А, из-за шипов на дне этот бассейн просто так не проплыть. О, как! Так, он может что-то сделать, да? Это круто. Богатый сундук. Заебок, заебок. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting grandmaster about it. Димон, узнаешь их, можно понять в сериале, если уж начался зомби-апокалипсис в Fallout, вообще сделали все мягко, потому там уже ядерный апокалипсис. В каком плане я мягко? Ты к чему? По поводу ге-ге-ге? Для чего именно? Ужас бури получает свою силу из этой штуковины? Вполне возможно, ломаем. Браво, браво, браво. Кея, Кея, я. Кто бы подумал, что ты такой хороший боец? Наблюдать за тобой в храме было... Ахахаха, я сам смотрел «Одни из нас» и Том. В серии всю серию были два голубка. Сплошное... А, третья серия бесполезная, Василий, да? Ее можно не смотреть? Сплошное удовольствие. Спасибо, мне приятно это слышать. Сергей Сиоржис, одно ЛГБТ в сериалах. Почти. Все, дайте сойду с планеты. Серега, рано. Хорошо, что все-таки в Fallout 4 придумали флирт, еще за него бонус приятный дают. Ха-ха-ха. Скромность, достойная рыцаря. Спасенный Манштайн будет солгать легенду о твоих подвигах. Если у тебя найдется время, найди меня в штабе Ордена Фонариус. Или можем встретиться в одной отличной таверне. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. Отметить твои успехи, что скажешь. Мы еще раз успешно выполнили задание. Об остальном я позабочусь сам. Вы можете быть свободны. Мы пойдем, пока. Понял, Стас. Ты это все организовал. Диман, меня спасают старые фильмы и сериалы. Пока нормально. Серега, не сходи с планеты. Ах ты, сука. Ни хрена себе. Круто. Василий Геращенко. Дима, как хочешь, можешь смотреть, но там чисто вся серия, где два мужика начинают стыковку, так что если хочешь, посмотри, но я не сразу пропустил. Сразу пропустил, спасибо, так и сделаю. Я обзор по ней посмотрю завтра, про эту серию. Уни спойлера. Что он будет там говорить? Привет, друг, добро пожаловать. Еще раз вам спасибо, что пришли поддержать. Благодарочка вам всем. Кейя. Четырехранговый. Неплохо, неплохо. Нажмите, чтобы продолжить. Нажмите, чтобы открыть меню персонажей. Отряд. А, и тут получается уже можно менять. Да, быстрый отряд. Понял, теперь знаю, как что делать, а. Пока у меня будет такой отряд, Асуну я точно менять никогда не буду, а. В принципе, мне этого отряда хватит пока что. Только что пятерых нельзя замутить, а. Ладно, я всегда смогу поменять, в принципе, когда захочу, а. Василий Геращенко, тебе еще шизу дадут. Поймон и настроить свой отряд. Нажмите. Так. Ага. О как. Сергей Сиоржис, это тебе спасибо за компанию, Диман. Так, сохранить. Дима, я тебя не путю завтра на работу. Ага, Федь. Уже в бою. Да-да, Федь. Так, что это такое у нас?
артефакты повысить уровень. Так, моя малышка должна быть сильная. О, да. Ну и, конечно, разумеется, нового члена команды тоже надо прокачать. Это какой-то у нас слабачок, он оказывается. Это как-то несерьезно. Просто зачем мне много мечников, когда мне нужен точно лучник и Асуна, ну у нас она, ну, в общем, не уникальный перс. Василий Геращенко. Ладно, я пойду в танки рубиться. Давай, Василий, давай. Танчики я тоже иногда играю. Может, как-нибудь потом во взводе поиграть. Если что. 8-й уровень, дай бог. Так, тут у нас получается гардероб, да? Воздушный планер. Новые крылья. Вот это можно сменить. Заебок. Так. Василий Геращенко. Всем доброй ночи. Давай, Василий, покедова. Новое оружие. Так, ему нужно оружие новое. У него какое-то говно получается. Ему это замутим. Стас в играх. Дима, а я смотрел твои мини-видео на Ютубе и видео в лесу и на работе, а ты шалун прям, что лезешь везде прям так держать. Спасибо, Стас. Я удивлен такому комплименту. Стас в играх. Пока, Василий. Да-да, уверен. 10-й уровень. Дай бог. Сергей Сиоржис. Василий Геращенко, пока. Увидимся. Так. 20 уровень. Получается, это максимальный ранг пробуждения нужно сделать, да? The Leopard Games. Дина, я чего-то не знаю. Требуется ранг приключений. 15-й. Пробудить. Петь, я не знаю, о чем ты конкретно. Стас в играх. Сараза. Дима, было смешно наблюдать, особенно, что ты в лесу, а эта сверху ворона держала камеру, ты как-то далеко был от нее. Понял, Стас, понял. Стас имеет в виду стрима, который я делал, Федя. Сейбок. Артефакты. Так. Так, я тоже нужно прокачивать, а? И артефакты и замутить надо. Надеть. Улучшить. Можно? Можно, да? Заебок. Так, нужно на самом деле артефакт. И артефакты. Артефакты улучшить. The Leopard Games. Хи-хи-хи. Да-да, Федь. Стас в играх. Ничего имею в виду небольшие видео на Ютубе, они вроде шортс называются. Да, Стас, они называются шортс. Я время от времени буду их выкладывать. Да, ни у кого, чтобы не было одеться, да, вот эта штука, ни у кого нету, а. Надо апнуть. Конечно, пока поапаешь, что-нибудь отменить можно. 3-й уровень, заебок. Защита у него. За лайк и защита на у него стала сильнее, это хорошо. Сергей Сиоржис. Дима, я все же посмотрю последний сезон Декстера. Надо закончить историю. Смотри, смотри. Но надо. Смотри, Серега, смотри. The Leopard Games. Я хочу признаться тебе. Петя, давай не будем вот эту хуйню, а значит, я сейчас тебе бан отправлю, а? Твою гейскую хуйню, и вот только за гейскую хуйню заговорить, Петя, бан отправишься. Полетишь моментально, а? Однозначно, Петь, прям в бан полетишь. Артефакты. Стас в играх. Дима, за твоим напарником в лесу было вообще смешно смотреть. Он постоянно хотел куда-то залезть, и на каменный дом залез, и на камни, и на дерево залезть хотел, и даже залез ему бы еще на луну залезть. Сергей Сиоржис. Федя, угомонись. Так, пока хватит. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. The Leopard Games. У меня рамон с моей машиной. Петя, что у тебя с головой? Ты... Петя, ты этот... Ты насколько болен? Ответь, пожалуйста, на вопрос, а? Мне кажется, ты прям сильно-сильно болен, а?
Прям для невозможности очень жестко. Стас в играх. Видимо, разведку местности делал только ты, Дима, ходил по лесу спокойно и все изучал. Да, Стас, так и есть. Сергей Сиоржис. Троллить просто. Ему весело. Ему нужно в бан отправить. На все 100. Сергей Сиоржис. Троллит клавишный колпачок звезды. За троллинг отправляем в бан. Вот такие будут у меня пока что персонажи, а. The Little Leopard Games. Да мне скучно. Педя, но это уже не мои... Всем привет, лайк. Привет, привет, спасибо. Педя, это уже не мои заботы, что тебе скучно, а. Я не клоун, веселить тебя не собираюсь, а. Скучно, иди что-нибудь поделай, а. Тебе так прям что-то надо, а. Только бьются, серьезно. Ах ты, ни хрена себе, ни хрена себе. Ай, ай. Сергей Сиоржи, зонты Дзычана, я приветствую тебя. Ай, это больно. Сука. Баня хрена. Я вас всяку удовлю. А какая готовка? Да перестань, Федя, хуйней страдать, а. Вот это понимаю, боевая девушка. Богатый сундук. Спасибо вам. Да, сначала нужно зажечь огонь. Зонты Джичанел, Сергей Сиоржи взаимно. А как наткнулся на мой канал, новый зритель? Сергей Сиоржис. Спорт от скуки избавляет, это точно. Хотя бы поджимайся. The Little Leopard Games. Короче, я пошел, потом набери, чтобы посмотреть. Давай, Федь, давай. Тут фигней страдаешь, а? Другой с тобой сериал посмотрим, а? Возможно, с нами будет Елена смотреть с Серым, а? Одни из нас. Зонты Джичанел, я думаю, это Мурзя порекомендовала, но могу ошибаться. А, Яна? Яна, она еще та. Стас выиграл. Я знаю, вроде от карт или шахмат скучно не становится, только наоборот появляется азарт, особенно когда проиграл. Ты по-своему, походу, из нас... Стас, знаешь, часто, наверное, того это проигрываешь. Хотя я в шахматы, честно, играть особо не умею, а. Честно, и долго не могу, потому что башка начинает болеть, а. От таких игр, а. К сожалению. Или к счастью, не знаю. Опа. Серый пропал уже опять. Не знаю, у меня все нормально. У меня не пропал. Достижение. Так, чудеса света получить. Камень истока. Вот, вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. А тут достижение, конечно, охереть можно. Меня эта фигня опять, походу, убьет, да? Лучше отдалека. Сергей Сиоржис, карты не играю. Шахматы люблю, но играю не очень. Та же самая фигня, играть не умею. Один раз просто карты люблю иногда проиграть, а так я заметил, в поезде часто проигрываешь, ха-ха. Спасибо за совет, Стас Попов. И этот. Буду теперь знать, что в поезде играть не буду, а. The Little Leopard Games. Или опять в бан меня кинул. А за что он тебя в бан-то должен будет кидать? Если ты ведешь себя нормально, языком не трепишься на всякую хуйню и на личную инфу, где не надо, то все нормально, а. После опять ты болтаешь иногда такую хрень всякую, а. A reward on the road.
Да, именно Асуна. The Leopard Games. Я не знаю. Что ты не знаешь, Федя? Я договорился, что будет смотреть с ними, так сказать. Они посмотрят с Селеной Серой первую, вторую серию, одни из нас. Ну, я Серову сказал, он сказал, окей. Потом будем с третьей уже вместе смотреть. Стас, иммунитет. Да лучше в поезде не играй, а уж особенно не говори мужчина, на что играть, а то 20 раз проиграешь, и все голым останешься, и до первой остановки хана. Ах, твою медь. Сучка. Твою козлина. Упарай, вали нахер, а. Никбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Сергей Сергей, Стас выиграл, это всем известно, что это лохотон. Нормальные не поведутся, Стас, ну если только специально, а. Ух ты, а-дам, обычный сундучок. Так куда мне это надо, повыше, по-моему, да? Сейчас я кое-что сделаю. Подкоплю эту железную, так сказать. Так, погнали, Асуна, давай, Асуна. Ай, высоко, сука. Стас в играх. Не нос с женщиной, можно играть и в карты, и в шахматы, если удача хорошая, на проигрыше сможешь убежать, хах. Высоко слишком, не выйдет. Блин, слишком высоко, не сможем. Не говорим о политике. Блин, сука, а могли почти, а. Почти смогли, сука, ну, не вышло немного. Ебать, как ФПС себе полечить? Блин, как жизнь мне полечить-то, а? Ты себе знал бы это, а? Так, что у нас появилось-то? Говорит, о Кристалле можно что-то сделать в магазине или где это зараза прослушала. Где-то это можно было сделать, да? Так, это что у нас такое? Что у нас получается? А, это повысить уровень и все такое. Сергей Сиоржис, представляете, чтобы мне доехать до Владика? Мне надо потратить 7 суток. Чур меня, чтоб я играл в карты. Так, тестовый забег замутим и на этом стимчанске завершаем, дабы уже пора закругляться. Так что огромное всем спасибо, что пришли поддержать, а не пошли на Гарика. Молодец. Понял, спасибо, Серега. А надо сейчас уже, у меня собака зовет гулять, а надо идти. А это Гарри Поттер, это фанфик, для, именно созданный для фанатов вселенной Гарри Поттера. Как вы сами по себе интересная игра, особенно в дурака играть, а правила простые, это не брать крепкий бонус, ну в жизни-то можно, а в картах нельзя, а то в дураках останется пока. Пытание завершено, покинуть уровень. Да, идем, сейчас пойдем, а? Все, идем. Так, награду по идее должен получить где-то был, да? Так, эффекты гидро. Ага. Тут много еще будем что изучать. На этом моменте мы сегодняшний стримчанский завершаем. Всем огромное спасибо за поддержку. Всем пока-пока. Продолжение следует в следующую среду. А дальше, а пока что продолжим проходить Ведьмак 2 и Dead Space Remaster. Ремейк, сорян. Так что всем пока. Как говорится, время не ждет, пора идти по делам, а завтра на работу.
Эх, как на работу. Так лень, конечно, но надо. Вроде я сохранился, если не ошибаюсь, да? Это проверка файлов, это выход. Зелла Леопард Геймс. Давай, Дима, пока. Давайте, покедова. Сергей Сиоржис. Хорошо, сейчас прогуляешься перед сном. Спасибо всем за общение. Да-да, спасибо, согласен. Пока, Дима, удачи. Всем спасибо, всем пока! Сергей Сиоржис. Увидимся. Попробую после гульки скачать русский интерфейс к Dead Space ремейку. Если заработает, я вам свистну на стриме, либо где-нибудь в сообществе. Скажу, ура, работает, или скажу, черт, сука, не работает. Одно из двух.